Спутник по-прежнему не вылетел из России. Молдова не дает разрешения. Вопрос затягивается. Переговоры ведут уже 3 недели. И пока безрезультатно. Первая партия спутника для Приднестровья на российских складах. Чтобы доставить ее через аэропорт Кишинева, нужно разрешение соседей. Молдова в очередной раз политизирует гуманитарный вопрос, говорят в нашем МИДе. Кишинев требовал указать закупочную цену на вакцину. Оказалось, снова тянул время. За это время мы получили отрицательный ответ. Буквально по дипломатическим каналам на днях пришел ответ молдавской стороны. До этого 9 ноября у нас было заседание экспертной рабочей группы, где молдавские представители сказали о том, что они не согласны с той ценой, которую обозначил производитель вакцины, поскольку якобы они считают, что цена должна быть меньше. При всем при этом есть официальная позиция производителя, есть официальная позиция правительства Российской Федерации, есть цены для внутреннего потребления внутри Российской Федерации и, собственно говоря, для тех, кто желает купить вакцину, там несколько другой порядок цен. Сегодня наш МИД снова обратился к международным партнерам. Все понимают, вопрос гуманитарный, его нужно решать. Не понимает этого, похоже, только Молдова. Время идет, у вакцины есть срок годности. Насколько затянутся переговоры, неизвестно. Угроза очень актуальна, потому что понятно, что есть технологические процессы, понятно, что вакцины выделяются тоже с российских складов у производителя. И здесь, конечно, чем быстрее вопрос будет решен, тем лучше. Я напомню, что важно не просто поставить ее, когда она будет еще с актуальным сроком годности. Важно сделать так, чтобы все граждане Приднестровья, на которых рассчитана вакцина, были вакцинированы своевременно. Нельзя одномоментно в течение дня или там 3-4-5 дней организовать масштабную вакцинацию. Это тоже требует времени, поэтому, безусловно, эта угроза есть. Плюс одна проблема к вороху старых. Даже пандемия – повод надавить на Приднестровье. Так было в 2020-м, когда Кишинев не пропускал грузы с лекарствами для нашей страны. Выступал против открытия у нас лабораторий, которые делают ПЦР-тесты. Так продолжается сейчас.